Добрый день, дамы и господа. С вами я, Big Black Man. Мы продолжаем проходить игру The Walking Dead The New Frontier. Третий эпизод. Поехали. Чем мы там остановились? А, я понял, в церковь идем. До остальных троих главнокомандующих города Ричмонд, точно. Наш братец ведет туда. Поехали, поехали. Ну. Ну и... Улет ничего, но тут одни простые углеводы, ничего питательного. Это вкусно, Клинт, остальное не имеет значения. А, брат? Хави, знакомься. Клинт занимается производством еды, посева, что ты видел, его рук дело. Джон связывает нас с внешним миром, она контактирует с другими поселениями. Приятно познакомиться, Хави. Я так понимаю, с тобой хорошо обошлись. Надеюсь, так, такое... Разумеется, такое чувство, словно я наконец-то дома. Надеюсь, Ричмонд сможет стать тебе домом. На Дэйду бы это хотелось. Меня больше всего радует, когда семьи воссоединяются. Мы как раз собирались поесть. Клинт пытается убедить меня в полном превосходстве шпината со сливками над моим великолепным шварцвальдским тортом. Это не соревнование. Шпинат имеет питательное вещество. Хай, посмотри на стол. Скажи, что предпочел закинуть желудок первым. Шпинат из сада или пирог? Я все выберу. Все отлично выглядит. Я все хочу. Кай вежливо, Дэвид. Он точно твой брат? Дипломаты верить нельзя. Они говорят одно, а делают другое. Прошу, устраивайся подобнее. Мы ценим открытость, то что, извини, если я буду слишком прямолинейным. Мы обычно строим днем перед кем открываем двери. Слово твоего брата много стоит. Это так? Решение здесь принимает мы втроем и доктор Линдрад, так что да. Тем, кто решает нас с нами, приходится полностью нам подчиниться. Я не хочу сказать, что ты откажешься. Так. Люди привыкают. Я всегда делаю то, что мне говорят. Спроси старшего брата. Ты пишешься в коллектив, Хай, я уже это вижу. Когда мы с Джон встретили твоего брата, он что-то там фрукты. Мотнулся на него, медленно убивал сад на реке. Такая, блин, музыка. Я помог ему вернуть сад. У нас там было все отлично. Пока это все продолжалось. Что случилось? То всегда происходит. Мы тем чертом людям доверились. Тому мы и заклемились. Интересно, что значит милый рисунок на теле? Видел его метку несколько. Ты, наверное, видел на воротах, верно, Хави? Для всех нас это знак верности группе. Это был грубый ответ на трудный вопрос, но это не всегда срабатывает. Прошу, пойми. Когда мы только приехали сюда, первая зима была чудесной. Мы много потеряли. Близкие люди, без которых жизнь осталась пустота. Защитить моих людей такого вот дает мне спать по ночам. Из-за этого я стал настоящей совой. Я знаю, что прошу много, знаю, каково это. Смотреть, как страдают близкие, ужасно. Просто хочу защитить их от всего этого. Это благодарная цель. За нее стоит бороться. Опа. Максимка идет. Макс, ты что здесь делаешь? Я за ним послал. С каких пор он перед тобой отчитывается? Я сколько я слышал, он хорошо знает твоего брата. Они друг друга обстреляли у наших стен. Серьезно? Вы с Максом враждуете? Ну, скажем, на свадьбу я его бы не пригласил. Черт, с два, я бы пришел. Хорошо, я же говорю, что тебя бы не пригласили.
Макс, с чего началось? Не смотри на него. Ты обязан говорить правду. Мы его застукали, когда он сливал бензин из одной из наших машин. Макс, извини, Дэйв. Знаю, он роднён, твой брат вор. Это правда? Ты украл наш бензин? Мы от стада убегали. Нам была нужна всего одна канистра. Бензин всем нужен, придурок. Если бы ты попросил, мы бы тебе его дали. Ага, как же. Оп-оп, такой. Это не все. Руфус сказал, что Клементина съехала с дороги только для того, чтобы его освободить. Клементин, девочка, с которой у нас уже были проблемы. Человек всегда можно судить по друзьям. Сейчас с этой девочкой плохо. Клементина человек неплохой, насколько я знаю. Конечно, ты будешь так говорить. Просто из солидарности. Так вот как ты просишь нас поручиться, Дэвид? Серьезно? Знаешь, мы не можем взять и открыть двери бандитам. Мы хотим здесь все устроить по-другому. Все, что я делал, было ради защиты моих людей. А тебе этого не скажешь. Не понимаю, о чем ты. Хави? Хочешь что-то сказать, Хави? Нет, хватит. Верно. Он не знает, что сделал. Больше не о чем говорить. А он знает. Твоя брата здесь явно не место, Хави, и люди должны уйти. Ты слишком остро реагируешь. Мы людей за меньшее сгоняли. Извини, Дэвид, твои солдаты и так психованные. Больше психов набирать нельзя. Ты иди, Хави, остальных к изолятору ворот. Дай им самое необходимое для выживания. Оп. Взглядами перекинулись. Окейушки. Пойми, мы ничего не можем докажем. И сейчас Кейт и Гейб останутся здесь, а и доктор тоже, но остальные вам придется сделать то, что они просят. Я ничего не решаю. Я не могу оставить Кейт и Гейба от них, но они будут не одни. Я буду здесь и позабочусь о них. Сейчас я не могу тебе помочь, но может смогу позже. Ты, главное, оставайся жив, хорошо? Хорошо. Постараюсь. Вот так вот, ребятки. Изгнали нас. Вот с рачами нас выгоняют, я понял. Ты козел, тебе повезло, что я не видел твои чертовы глаза. Слышал, ублюдок? Сумочка, вот она. Бери. Это собрал Дэвид, он? Они сказали, шагай. Что насчет Элеонор? Шагай. Хрен с тебе, отвечай. Это мой долбанный вопрос. Это не вина, Трип. Ты срываешься на том человеке. На. Ух. Красава. Хорошо умазала. Не облажайтесь. В нескольких милях к западу есть поселение. Не возвращайтесь. Постараемся не возвратиться в Ричмо. Дядька, вставай, хватит валяться уже. Трип. Трип-хоп. Похоже, твой момент наедине с Дэйдом весьма неплохо на всех испортил.
Все шло хорошо поначалу. Я не знаю, что там случилось. Что ж, я совершенно уверен, что случится здесь. Давай просто посмотрим, что они нам дали. На их, наверное, не... это только нож. Они могли нас застрелить. Очень подробовольски. Опа, бита с карты. Что это? Похоже на карту. Сомневаюсь, что они дают ее каждому. А он сказал, что сумку собирал Дэвид. Какой черт привязал бейсбольной бите карту. Дэвида всегда было плохое чувство юмора. Опа, чик. Так, осмотреть. Хорошо, это Ричмонд. Уже что-то. Можем туда вернуться. На этом мы можем определить, куда нам валить. Вот, например, вот сюда. Похоже, они расширяются. Некоторые из этих областей помечены как очищенные. А нам надо вот сюда. Я думаю, что Дэвид хочет, чтобы мы шли туда. Если это здесь, то я думаю, что мы можем пойти этим путем. Просто пойдем на север. Чтобы найти север, мы должны найти полярную звезду. А полярная звезда у нас вот эта. Вот она. Нужно идти сюда. Так, поперли. Что там еще есть? Немного фонарик, недостаточно оружия. Никакой еды. Топорик, ножик. Идем. Пошли. Трип, ну же, что такое? Да хочу в ножички поиграть. Я тебе отвечаю, я не могу больше кого-то потерять. Прескотт, Конрад, возможно, Элеонор. Это слишком. Ты никого не потеряешь, я этого не допущу. Ловлю тебя на слове, Хави. Прости, мужик, тяжелый день, если не сказать больше. Я знаю, ты прикрываешь меня, а я тебя. Конечно. Пойдем. После тебя. Не умничай. Чу-чу-чу. Ну ладно. Посмотрим, что нас там ожидает. Лес. Лес ожидает нас. Должен сказать тебе, мужик, я думал, что ты и Кейт, ну знаешь. Мне бы в голову не пришло, что она замужем не за тобой. Я не осуждаю тебя, мне просто интересно, в чем дело. Не мое дело, я знаю, но что у нас есть, чтобы тут тра-та-та. Я... Эй, приятель, все нормально, давай. У меня к ней чувства, может, я не должен, но... Так просто заставить их уйти. Нет ничего дурного в том, чтобы сказать. Черт, дурное в том, чтобы не сказать, когда ты должен. Ты всегда непросто, да? В плане, кого ты любишь, кто любит тебя, если они одно и то же или нет, это было бы несложно, если бы не было важно-то. Может быть? Да, возможно. Просто говорю, дружище, есть три вещи, которые нельзя прятать вечно. Солнце, луну и правду. Я знаю, Леонор сказал тебе, что мы с ней были. Чем бы мы не были, но теперь все кончено, я уважаю ее желание. Правда. Я просто хотел бы, чтобы мое сердце уважало мои. Опа, стоять. Иисус что-то заметил. Стадо овец, пасущихся на углу. На лугу, а не на углу. О, послушай, о, скажи мне то, что это не то, о чем я думал. Около мили от нас в том же направлении. Мы можем наткнуться на ходячих в любую секунду. Нам лучше убираться.
Опа. Оп. Чик, а вот и они. Откуда ни возьмись. Ладно, бодритесь, люди. Взял их. Пошел. Хлоп. Хлоп. О, рубит. Оп. Такой. Ну шо вы, стоите. На. Ох, мозги аж видно. На. Храпи, храпи. Отлично. Получи, урод. Давай, приятель, двигай задницы. Хочешь получить зарплату? На. Хорошо. Он ботанит такой. Хоп. Без руки. Давай, 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 давай. Вот так ему. Бах. Хорошо. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Опа. Давай, 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 ага, есть. На. Отлично. Опа, нету ничего. О, а это. Все. Климка, что ли? Климка. Ах, кто же еще? Офигеть. Тебе стоит быть поосторожнее с этим. Отличненько. А я-то думал, потеряли. Теперь мы квиты. Типа цветы. Я думал, что ты не выбрался. Я выбралась. Но повсюду ходячий. Мне пришлось обмотаться кишками, ходячий, чтобы скрыться. Ну же, мы идем на ближайший завод. Там может быть безопасно. Неудивительно, Кейт и Гейб. Совсем. Не все Кейп и Гейб у них еще с Дэвидом. Дэвид, этот придурок все еще где-то рядом? Это прозвучит очень странно, он мой брат. Что? Погодите. То место, куда мы идем, просто не вот Дэвид сказал. Там должно быть безопасно. Клем. Привет. Ты не можешь верить ему, Хави. Я научился этому на собственных ошибках. Чё такое? Я не хотел больше нуждаться в людях. Но мне некуда было пойти больше. Новый рубеж ждал мне это, сделал мне одной из них. Они обещали, что помогут ему. Кому? Но это оказалось ложью. Ух ты, их не знают. Мы найдем нужное лекарство, Эй-Джей. Мне все равно, что они говорят. Ага, поперли. Так, аккуратненько, морозимся. Только не кашляй. Громко. О, что за алкаш? Ну. Беспокоиться не о чем. Мы тебя вылечим. И не видно вообще. Ванкомицин. Давай искать ванкомицина. Вот это что? Смотреть. Вот он. Должен быть шприц. А где же шприц? Вот это, наверное. Здесь-то не понадобится. Как-то не понадобится. Еще как понадобится.
Лекарство бегом. Давай. Держись, растяпа. От этого тебе станет лучше. Поехали. Странно, оно как-то работает. Как будто с фризами. Офигеть. О, нарколыга проснулся, челкаш. Клем. Доктор Лингард, что с вами? Я в порядке. Клем, прошу, не надо. Это ванкомицин, последний. Эйджи, он не поможет. Я же сказал, при правильном применении только кажется, кому-то жизнь спасет. Он слишком ценный, чтобы зря тратить. Его только он и может спасти. Не спасет. Прости, Клем. Я все испробовал. Правда. Он что, девка? Испробовал. Это поможет им поправиться. Твоему мальчику уже ничто не поможет. Ничто не поможет. Клем, положи лекарство на место, пока никто не узнал, что хотела взять их. Черта с два. Ты знаешь... Так, я должна попробовать. Ну, пробуй. Так, быть смелым, растяпа. Нужно, чтобы ты сейчас был смелым, хорошо? Давай. Пш-пш-пш-пш. Видишь, мне все так плохо. Ага. Итак, я понял. Эджей. Пш-пш-пш. Я ей сказал, что это плохая идея. Опа. Блин, ты опять под кайфом? Собери, пока тебя остальные видели. С ребенком разберись, черт побери. Ты чем, блин, думала? Тебе же сказали, это лекарства не помогут. Так, а ты думал, что чего там, Дэвид, Эйджи, все для меня. Я бы что угодно сделал, лишь бы спасти его. Только делать уже нечего. Это растрата. Из-за нее кто-то в другой жизни поплатится. Кто-то в лагере. Кто-то помогал нам выжить. Да ладно, это она только мальчишку спасла. Да тут отлично. Но терпеть, смотрите, помогает. Клем, это не так. Ему на минуту стало легче, не более. Ну, такова действительность. Значит, она того стоила. Я все пробовала без колебаний, больше ни о чем не думая. Хотя распростертыми опятами встретили, приняли к себе. А ты вот так нам оплатила? Оборвала? Ставишь себя выше коллектива? Тебе здесь больше не место. Ты нарушил наши правила, Клем. Я принял верное решение, которое не захотели принять вы. Это сейчас решение принимаю. Барахло собирай и вали. Может, это и дать еще один шанс? Не спорь об этом, Пол. Ты знаешь, что бы сказал Джон. Извини, Клем, ты это заслужила. Идем, Эджи. Все равно нам это место не нужно. Не, он остается. Я не иду без него. Эйджи не может передвигаться. Сейчас можно только облегчить его страдания. Я без него не уйду. Пусти его, Клем. Он тебе больше мешать не будет. Так будет лучше для вас обоих. Нет! Вы чудовище с большой буквы. И что с того? Да что все это? Не забывайте, я же своя. Уже нет. Новые твари. Дай попрощаться. Тебя мы должны это позволить. Ладно, ты слышал, что она сказала? Говори то, что хочешь, уходи. А там чеснек идет, Саня. Я так неуверенно, медленно. Я тебя люблю, растяпа. Я тебя люблю. Идем, Клем.
Весли Снайпс маленький. Клем. Климо. Вот так мне киданули, она рассказала. Потому что Эйджи наконец им станет. Им кем? Тем, кто не умрет. Обнять, давайте обнимем. Клементина это запомнит. Так вот. Мой маленький растяпа. Вот что я получаю, когда доверяю другим людям. This is what David circled on the map. Our smelly friends are back. Так, извините, меня отвлекли, поэтому я, наверное, умер. Не знаю, что произошло. Это то, что Дэвид отметил на карте место. И вонючие наши друзья вернулись. Сейчас посмотрим, что они сделали со мной. Ну, естественно. Сожрали меня и все. На, козел. Давай. Быстрее закрывай. Слишком много. Начнут толкать, то все это завалит. Нужно найти способ попасть туда. Давай. Лифт. Лифт или дверь? Давай, качок. Давай. И все. Вот они. Я могу, ах, черт, я могу немного поднять, но тут что-то не так, застряло или что-то такое. Давай еще чуть, может у нас получится чего-то там. Придется постараться. Давай. Тут что такое? Смотри. Здесь машина без колес. Там крат есть. Черт. Проклятие. А там ручка от домкрата. Надо выпускать, мочить урода. Оп, давай. Получи. Лёх храпеть. Ручку взяли. Давай. Вставил ручку. Поехали. Хави! Есть. А он кого-то машинку на канатике катает такой. Не удержится. Открой эту дверь. Да сейчас стараюсь. Оп. Вот так. Выше подняться внутрь не получится. Давайте. Да выше и не надо, в принципе. Зубан каратист. Прости. Хави, давай. Оп.
Хави, давай. Ну, Хави, где ты там? Ты что, не добежал даже? Ну же, Трип. Закрой дверь, скорее. Вытащим чертям этот клин. Да, а что, сами не могут? Что я всегда все должен делать? Все такие умные. Черт, на волосок. Надеюсь, дверь их задержит. Это должна, по крайней мере. Ух ты. Тыщ. Эй, я здесь. Дэвид. Не смей пускать ублюдца, где-то убийца. Ох, ё-моё, ты что делаешь? Ты. Вынуждай меня это делать. Отойди. Ну же скорее, я отойду, оба меня завалит еще, она злая какая-то. А, странно, меня хотел завалить, а другого почему-то нет. Чё за фигня? Я думал, ты хороший человек. И так хороший, чёрт. Надо дверь забаррикадировать, сейчас же. И дал ему повернуть. Чего? Отвечай, Дэвид. Нам нужно было об этом беспокоиться. Что это вообще значит? Он жив, Клем. Как? Как? Он же выжил. Врёшь. Но как? Он умирал, так сказал Клем. Эйджей очухался, он был здоровее, чем мы думали. Это было чудо. Америка, ты лжешь. Так. Да. Не знаю, Клем, не думаю, что он бы стал об этом врать. Ты не знаешь его так, как я. Клементина, прошу, я правду говорю. Где сейчас Эйджей? Точно не знаю. Но он же в Ричмонде. Доктор Лингард позаботился о мальчике. Он должен знать, где он находится. Типа того. Тогда я возвращаюсь. Никто туда не пойдет, пока ходячие не свалят. Что такое? Пошла, психанула. Какой у тебя план, Дэвид? Мы оставим здесь на хране машины. Провизию, я чего-то там. И... попрощаться. Не хочу, чтобы ты беспокоился о Кейте и Гейбе. А ты не заботься о семье, буду я. Постой, это провода? Будь здоров, не отправляешь. Думаешь, я этого хочу? Ты вроде бы там... Я другого способа не вижу. О, черт. Досками. Забаррикадируем. Нам нужно что-нибудь для буфера, что-нибудь тяжелое. Вот, помоги. Пошло дело. Ну? Вот так. Погоди-ка, ты нашел? Вон там. Покажи. Угадал. Чик, фонарик. На самом деле не угадал, я уже играл. Несколько раз перезаписываю уже этот ролик. Вот, смотри, property of Prescott Airfield. Property. Что за чертовщина? Ну, рации, аптечки, тушители. Может пригодится. Не хотелось их брать, но... Может я с ума схожу? Но по-моему это из Prescott'а. Конечно. О, это фантомный удар. Не понимаю, как все это здесь оказалось. Это ты не знаешь. Эй, раньше всего этого не было здесь. Я тут вообще ни при чем. Мы храним здесь только самые основные припасы для разведчика. Кто еще знал об этом месте? Не знаю. Мой город потрошил только твоя группа. Речь идет не только о Прескотте. Здесь награблено и из других городов. Тоже. Я слышал, города грабили. Здесь вещи с королевства и из тра-та-та. Посмотри, сколько уже собрал. Черт, осталось совсем близко. Шевелить булками. Эй, быстрее.
бы в это дерьмо не вляпались, если бы ты не приспичила что-то там к семье Дэвида, мазафакер. Короче, насрать, это мелкий тварь еще раз пристрел, чтобы... Не кумар, тупости не занимать, а? До тебя только доходить начал? Я же говорил, что Джон на тропе войны. Совсем нужно, чтобы обо всем этом пронюхал. Только посмотрите, залейся, купай, сколько влезет. Твоя правда. А теперь посмотри, как твоя голова лопнет, говнюк. На, ух, хорошо. Оп, пекаль ушел. Дэвид! Я был тебе лучшим мнением, Макс. Правда. Дэвид, ну же, мы команда. Нет нужды. Незачем. Ох ты, козел. Кончен. Максимка, остановите его. Он убегает. Барсучок, Максимка. Идем, приди Максимку. Ой, барсука. Оп! Я что, не нажал, что ли? Нажал же. Оп! Есть. Ох ты, уродец. Ох ты, чмо. Ох ты, чмо. Не попал. На. Ох, хорошо. Может, еще раз? На. Ох, хорошо. Кружечка давай. На, хорошо. Ой-ой-ой, не надо разводной. О, собирай зубы в карман. Ох. И я, походу, буду собирать зубы свои. Хави, че себе. Покромсал. Ой-ой-ой, все время свал ты ко мне какую ложку дёгтя в моей бочке, мёда. Если бы я знал, что Дэвид твой брат, бы тебе давно бензин в лодку залил и спичку поднёс. Ох ты говно. Ну и так сойдёт. Оп, не попал. На, хорошо. Хорошо, на тебе, гамно. Дай бы голову нам было лупануть им. Красава. Чертова Гарсия. Ты мне, блин, кишки выпустил. Это тебе за Мирану. Ой, Марианну, да. Она была милая девочка, чужие дела не лезла. Нет. Уже... Нет. Not anymore. Fuck her. Да фиг с ней, и с тобой fuck тоже. Говно, вот, правильно. Оп, трип прибежал. Заканчивайте. Come on. Да ну. Чего же ты ждешь? Жду? Нам пора идти. Жду, пока ты превратишься. Нет, пусть он превращается. Так будет правильно. Опа, понеслась. А, Максимка дерется с Дэвидом. Оп, пистолетик. Он твой. Стой, прошу. Налет и грабежи. Вы предали нашу идею. Ты предал Ричмонд. Ну же, Дэвид, это и есть Ричмонд. Что ты ему хочешь сказать? Что это значит? Тянуть нет смысла, Макс. Вот что ты можешь сделать, все исправить. Мы это делали не без поддержки Ричмонда. Че? Вот развязки, а. Джон обо всем знала. Мы это делали по ее приказу. Офигеть. Она сказала, что да, нам нужно, чтобы выживать. Я хотел тебе рассказать, но она сказала, что я бы не смел говорить. И извини. Поздно извиняться, подлая тварь. Прошу, не убивайте.
Я тебе помогу. Об этом весь Ричмонд узнает. Я помогу вам попасть внутрь. Может, он и пригодится. Спасибо, спасибо. Дэвид, ты запомнит. На. Наверное, неприятненько. Мне это нужно было. Да, развязки тут, конечно. Да, игра прикольная, конечно. Где Лони? Он удрал. Бежал и поджал хвост обратно в Ричмонд. Твою мать, если он предупредит Джон. Раз здесь не было кого-то еще? Больше никто не пострадает. Мои люди нужно узнать, что мы нашли здесь. Что насчет твоих пропавших друзей? Я не пытаюсь об их надежд. Нет времени продолжать поиски. Хотели, чтобы я вернулся домой. Точно уверен, что не останется, но нужна твоя помощь, как и остальным. Я не забуду о тебе. Даю слово. Такая жуткая буря, приятель. Я не понимаю, как ты собираешься пройти постепенно. Нам нужно быстрее добраться до Ричмонда. У меня есть там близкие. Нас обоих. У нас всех. Собираюсь вытащить оттуда Элеонор. Когда она будет безопасна, я скажу ей, что чувствую. Ты сам сказал, если бы не было этого дерьма, то все не было бы так важно, правда? Ричмонде нам понадобятся люди. Линард, Клинт, они наши лучшие. Если я доберусь до них раньше, Джон, то, возможно, у нас будет шанс. Но раньше я был готов распрощаться, но теперь я не могу без тебя. Я могу на тебя рассчитывать? Конечно, Дэвид. Ты мой брат, я никогда не забуду об этом, даже если ты забыл. Рад это слышать, Хави. Ты и я, нам надо парить, когда это закончится. Если Лони поднимет тревогу, они будут ждать нас у ворот. Есть способ пробраться туда в обход всех патрулей. Мы можем взять грузовик Барсука. Сомневаюсь, что он будет против. Вперед, нам нужно выдвигаться. Так, выдвигать, стадо приближается. Оно, по-моему, уже приблизилось. Тр-тр-тр-тр. Погнали. Думаю, будет гораздо лучше, если мы разделимся. Такая большая группа не может быть незаметной. Особенно, если нас ждут. Элеонор где-то там. Я иду за ней. Лингард привел ее в лазарет. Это лучший шанс. Хай, ты пойдешь за Кейт и Гейбом вот сюда. Затем отведи их в мой дом, тот, что сворон на канавазе. Мы встретимся там после того, как я нанесу маленький визит Джон. Так, только вытащу Кейт и Гейб, встретимся в задней части дома. Ясно. Ну, давайте. Я гуськом. Оп, оп. Я разведаю путь. Что насчет тебя, Клэм? Я совершенно уверен, что оставшиеся друзья знают, где Эй-Джей, и они мне расскажут. Когда я найду его, то возьму грузовик и уберусь отсюда к чертям собачьим. Чертям собачьим. То, что я задолжал транспорт. Распускай глаз с Дэвидом. Хоть он произведет хорошее впечатление, но я буду прикрывать тебя. Но доверие, Клем. Я прав с Дэвидом. Я правда надеюсь, что ты прав. Но ты не дурак. По большей части твои инстинкты не подводили тебя.
Я знаю, ты примешь верное решение. Увидимся, когда увидимся. Так точно. Ты сказал, что на углу направо. Пока ясно. Давай идем, пока ясно. Это типа свободно или что? Ясно. Перевод, конечно. Шуруй быстрее. Чика нас ждут тут полюбасы. Знаешь, Хави Гарсио играл защитника второй базы. Тот самый Хавьер Гарсио? Это тот, кого мы ищем? Ага. Тот самый Хавьер Гарсио. Ну, слушай, звучит как параноидальное говно. Парень гребаный бейсболист, вот медицинский центр. Заходим, мы утаскиваем Элли, мы утаскиваем Гейба, мы уходим. Что насчет наших друзей? Они не похожи на комитет по встрече. Ладно, давай немного отдохнем. Перекур. Проклятие, нужно отвлечь их. Как насчет бросающей руки? Давай, куда бросить? Оп. Стекло. Давай отсюда лучше. Пошло дело. Что за дерьмо? Чё, нам нужно позвать пожарную команду, или спалит все к чертям весь блок. Давай, зовите. Не мог просто разбить окно. Трюк сработал-то. Еще музычка такая нагнетающая. Мрачненькая игра, конечно, но классная. Вот и Кейт тебе. Найди или скажи, что нужно привезти Кейт. Понятно. Встретимся здесь. Эдол, понял. Понятно получилось. Гейб? Хави! О, блин, чуть с ног не сбил. Мы думали, что ты... Нет? Я нет. Эй, дружок, я в порядке. Я в полном порядке. Сказали, что вам не разрешили зайти. Верно, мы их так обречены. Этим местом управляют безжалостные люди, вещи. Нам нужно уходить. Где мой папа? Так, не беспокойся, мы с ним встретимся. Прошу прощения. Дэвид из дом в городе, он думает, что там будет безопасно. Тогда идем. Стой, Хай, пока тебя не было, он заходил, эта женщина, Джон. Такое впечатление, что она меня оценивала. Ужас. Она дала понять, что у Дэвида проблемы, он больше не руководит. Она все повторяла, Гейба, не беспокойся. Она напугает, но не беспокойся. Дэвид не справится, он знает, что делает. Как пугает? Люди, которые тебя подстрелили, ее подчиненные. Она приказала грабить другие поселения. Мы нашли все эти вещи из Прескотта. Так из-за этого не пострадал Прескотт? Дэвид сейчас собирается из языка, чтобы выпустить нас. Хави, знаешь, что ты так знаешь. Это не наше дело. Наш бой. Мы уже потеряли Мари из-за этих людей. Да, тут ты имеешь в виду, я понимаю, Кейт, но мы не можем спустить ей это с рук. Ты не понимаешь, это не наша проблема. Что происходит? Тип сказал, что мы должны переехать в дом. Убираемся к четырем зрительным там, пока не поздно. Убираемся? Да тебе еще даже сидеть нельзя. Что? Что с моим папой? Мы не можем просто его бросить. Гейб, мы его больше не знаем. Мы должны убираться, пока всех не убили. Нет. Мы отправимся в дом Дэвида. Хави, это лучшее, на что мы можем рассчитывать. Это все, что у нас есть.
ты можешь, конечно, обижаться, но папку бросать тоже, брат. У меня ружье в комнате. Кажется, нам понадобится. Я пойду с вами. Мы вас догоним. Отлично. Было бы интересно, конечно, по-другому поступить, как бы тогда был поворот. Я решил так, не знаю. Блин, брата-то бросать тоже неинтересно. Мой брат все-таки, его сын тут. Все в порядке, блядь. Он злится на меня, а не на тебя. Нет, не в этом дело. Просто ты скажешь, что это глупо. Что такое? Просто если бы Клементина еще была с нами, мы с ней столкнулись. Правда? Надеюсь, она вернулась с тобой. Если бы она была здесь. Да, я знаю, она крута. Если бы мы ее найдем, ей бы сейчас не помешал друг. Ага, мне тоже. Хитро. Нам пора идти, ладно? Хорошо. Такие невидимые. Знаешь, ты Дэвид живет ради этого, правда? Что? Заваруха. Я видел настоящий счастливый, когда он говорил о войне. Мир покатился к чертям, держу пари, это лучший день в его жизни. Наверное, определенно может быть очень воинственным. Моя челюсть до сих пор иногда побаливает. Держу пари, так и есть. А вот он, Уран. Вот его хата. Опа. А ты не торопись. Че там за фигня? Давай, нам нужно идти. Подожди секунду, ты сказал нам прийти сюда. Сейчас он говорит с другим, поверь мне, дерьмо скоро начнется. Ему нужна твоя помощь. Нам нужно двигаться. Черт возьми, что ж, давай попрем быстрее. Здесь они будут в безопасности, не волнуйся. Я вернусь за вами, вами обоими. I promise, говори. Тебе лучше знать. Давайте, закрывайтесь и сидите там. Хатка у нее еще блатная такая. Церквушечка. Если дело в твоем брате, делай вид, будто не понимаешь, в чем дело. Ты, наверное, шутишь. Чего-то там, Хави, Кейт и Гейб, безопасность. Я знал, что на тебя можно положиться, брат. Мы все исправим. Конечно. Кейт и Гейб, безопасность, я вас прикрываю. Спасибо. Мне это очень важно. Что тут происходит? Это только начало. Ты такой провел брата в Ричмонд тайком. Несмотря на наш уговор, нас ты уж точно не уважаешь. Ах вы козлы, это серьезно, Дэвид. Уважение ты не заслуживаешь после того, что ты наделали. А что именно? В чем тут вообще дело? Нам приказывают совершать налет на мирное поселение. Отправлять ваших людей убивать налеты? Джон, это правда? Мне что, надо на это отвечать? Серьезное обвинение. Раз такое заявление не помешает доказательству. Вот ваши доказательства. Он участвовал в налетах. Я... Итак, Макс. Да. Что можешь сказать? Не бойся, Макс. Мы тебя поддержим. Я... Мы, вы. Я, Барсук и Лонни проводили операции. Приказы Джон. Черт подери, Макс. Чувак, я умываю руки.
Джон, как ты мог? Мужик, трансвестит. Как ты мог? Ну да. Правильно будет спросить, как я не могла этого делать. Что с нами было без этих одобрений, Клинт? Или без твоих таблеток, Пол? Оп, мороз такой включил сразу. Думаешь, наше поселение выжило бы? Я делал то, что делал, чтобы мы точно выжили. Так, выживали, но какой ценой? Хоть знаешь, сколько страданий вы принесли? Уверен, меньше, чем удалось предотвратить. Все вы понимаете, помните, сколько мы тогда потеряли. Друзей. Любимых. Детей. Оп, я дала себе слово, что такого больше не допущу. Налет нужны были для того, чтобы держаться на плаву, пока Ричмонд не станет автономным. Мы так близки. Так близки к нашей мечте. Чем нам ссориться между собой, рискуя все потерять? В этом деле всем надо быть на одной стороне, Дэвид. Ты понимаешь, наживая на страдания людей, наживаясь, так жить нельзя. Это уж точно. Из-за этих рейдов Мариану потеряли. А сколько еще людей потеряли детей? Извини, Дэвид, у меня сердце болит по твоему ребенку. С этим мне как-то придется жить. Взять их. Какого черта? Камеру их посадить, пока я не решу, что с ними делать. Блин, лапу бери. Это приказ. Больше не выполняй твои приказы, Дэвид. Ты здесь больше не место. Опа, одна деваха за них. Как-то поможет. Ты поставил себя в неловкое положение. Тот своей сраным тортом подавишь. Кстати, он похож на говно. Пол, ну же. Прости, у меня руки связаны. Ну где? Не связан. Все еще не кончено, Джон. У меня есть друзья здесь, союзники. Вот уроды. Ах, красиво. Ой-ой-ой. Есть. Прилег. Да. Это все. Я понял. Ну что ж, ребятки, заканчиваем пока на этом эту игру. Это третий эпизод, еще два. Остальных четвертый и пятый нам недоступен. Так что будем ждать доступа остальных двух эпизодов. А пока ставьте лайки, кому понравилось видео, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, рассказывайте друзьям. Всем спасибо за просмотр и удачи вам!